Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, с вами сегодня Шмель. Все такие, вау, что опять что ли, ты с ума сошел, чувак? Ну, я такой, да, я, ну, чуваки, все-таки скоро второй сезон, безбашенный сезон, который я буду, наконец-то, я буду рад этому сезону. Ладно, что мы же так отвлеклись, а? Типа, второй сезон-то, что, ты же карту снимаешь, чувак, хватит отвлекаться. Ну, ладно, ребят, ладно. И у нас карта от создателя, который мой лучший друг, вообще респект ему, уважуха. Я его просил эту карту сделать, но точнее, я бы не просил эту карту, именно эту карту, я вообще просил ему сделать. Пожалуйста, чувак, сделай любую карту. Он такой, ну ладно, что, давай я сделаю. Он такой, ладно, я такой, ну давай, делай. Он такой, да, сделал. Короче, появляемся мы вот тут, вот как он и попросил, я появился вот тут вот. Да. И как по традиции, я в конце буду взрывать карту. Ну, не по традиции, но точнее, это будет моя традиция. Я буду взрывать карту. Да. Любую карту, какую вы мне не пришлете там или еще куда-то. Скажем, не знаю. Кстати, друг будет в описании. Ой, буду, друг будет в описании. Точнее, канал друга будет в описании. Прикиньте, как бы это выглядело, друг в описании. Я друга фотку, что ли, скинул бы. Ладно, не суть важно. Смотрите, короче, карта вот такая вот. Такая вот. Вот так, да. Что это? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Опа, это, походу, для меня отель, что ли, да? Ну, тут тусовать можно. Погодите, а почему это не мигает? Они, типа, так, тынь-тынь-тынь-тынь. Стоять. Сейчас мы это исправим. Ла-л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 а. Маг-чародей Шмель берется за дело. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Погодите, а как это делается-то вообще? Я все правильно делаю? Так. Что я сделал? Походу дебила, все испортил, да? Давайте на единичку. Как это вообще делается? Все, я понял, ребята, как это делается, короче. Вот так это делается. Все, иди нафиг от меня. А, суицидом жизнь скончаем. Ого, блоки так эпично посыпались. Кстати, я тут ныряющего дебила. Я просто переснимаю, потому что у меня что-то там, баги какие-то там, это, зверестные баги будут. Кстати, вы не думаете, то, что вот это я потом вам отправлю, вот эту сломанную постройку. Кстати, знаете, это для чего? Карта вообще прикольно будет, если создадут мод на червячки, вот это вообще в тему будет. И вот эту вот карту сюда вот приписать вообще ништяк будет. Червячки, возрождение, карта от... Шамхара, или как его там, не помню, ребята. Короче, кстати, я забыл название карты сказать. Да, забыл, да, да. Да, забыл я карты название сказать. Кстати, вот это прикольная постройка, на самом деле. Я что-то начал сразу разрушать. Вот так выглядит. Мне кажется, очень прикольно. Особенно, когда до верха летаешь. Иди вверх вообще. Вау. Вообще классно, да, тут крутую. Еще вот так сделать. И так стоять. Всю жизнь. Всю жизнь так стоять. Ну, я так стоять всю жизнь не буду, конечно. У меня бандикам не хватит, чтобы всю жизнь так стоять. Стой, сделай вот так. Опа. У меня даже писк был, наверное, вы слышали все его. Типа клавиша отошла. Хотя я другие кнопки вообще не нажимаю, какого хрена. А, нет, нажимаю вниз. Да, вниз. Она же не позволяет долго нажимать ее. I'll be back. Да. Наверное, вы сейчас слышите, как я долблю по мышке. Кстати, вы, ребята, вот кто вообще, не знаю, там супер такой популярный летсплейчик, но не такой, конечно, как я. Я популярнее всех, это так, да. Я популярнее вашего, там, не знаю, кого, допустим, блендера, ложки, я их вообще всех. Эх, всех популярнее, ребята, это так. Да. Вы должны к этому привыкнуть.
к этой участи, которая свалилась на вас, как свалился метеорит на Челябинск. Да, горе, горе, ребята, горе. Ну ладно, не будем аквари, будем взрывать. Ха-ха-ха, да, взрывать будем. Взрывать, 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 все взорвем тут чертям. Все равно прикольная постройка на самом деле. Кстати, в некоторых из домов есть, как их? Есть. Сундучки. Да, именно сундучки. Нет, ребята, это не голодные игры, это не Hunger Games с оружием, не PvP, не знаю, что еще есть, не Zo, не DayZ, только в Майнкрафте, не знаю, что еще-то там есть. Нет, это не прятки, ребята, это вообще не знаю, для чего эта карта предназначена, но вроде как для выживания, потому что он там есть, видите, вон там вон, ресурсы. Знаете, в 10 раз прикольнее посмотреть мой... Какой сезон-то, блин? А, не помню нифига. Подождите, мой сезон, я один, это вообще блеск. А, да, блеск для губ, блеск для губ. Ладно, давайте все, короче, знакомим, ребята, что я дремлю, а? Глем, иди отсюда вообще, иди сюда. Сюда иди, Саня, иди сюда, давай подеремся. Давай, я один на тебя. Иди сюда, короче. Это ты дырку сделал или это я случайно? Походу, это я. Или это ты такой настолько жирный стал, что дырки начал проламывать. Все, пока, ребята. Опа. Здорово, чувак. Бежим. Ай. Ла-ла-ла. 2 FPS. 3 FPS. 1 FPS. А-а-а. Бежим. Нифига, вода. Кто-то обоссался, походу. Ёлы-палы, что творится? А, антивирусник, иди нафиг, антивирусник, не трогай меня, прошу тебя. О боже мой, что я натворил? Боже мой, она даже еще не прогрузилась, а. Все, короче. Нифига, кстати, нихера, ну, как это взорвалось-то, я даже не представлял, что так взорвется, такие дырки будут. Ну что, не до конца, что ли? Как так, слышь, я... Кентишеник профессиональный, а ты охренел? Маленький кусок. Что, офигел? Офигел или что? Офигел? Смотри, как надо. А-ла-ла. И вот так вот. Пока, ребята. Сейчас музычку такую. Нас не догонят. Нас не догонят. Конечно, я её не слушаю, а вообще подумаю, что такое говно слушаешь, чувак. Из 80-х, на 80-х насмотрелся. Хотя вообще, я одну серию посмотрел, потом, а что такое, что там происходит, что в этих 80-х вообще творится. И все такие, чувак, я сразу вспоминаю твой первый сезон, я один, и я спрашиваю точно такой же вопрос, что ты там творишь. А почему? Почему? Не понял. Вот сейчас ему Шамаха, как там тебя, поскольку ты смотришь мои серии, пауза, ребята, мне звонят, и мы продолжаем, ребята. Это с вами не сталкер, это Припять. Ух, я вообще запахался, ребята, бегал, фонарик относил для вас, это была секунда, для меня это где-то, не знаю, больше я сбегал на Камчатку. При этом, короче, ладно, так уж и быть, буду с вами реально честен. Как все было, короче, меня попросили принести фонарик, а такой, ну ладно, что ж не сделать. Короче, было все дело так. Начался везде град, везде сверкали молнии, и я такой подошел, я понял то, что у меня в руке фонарик. Везде появились гигантские насекомые, которые пытались съесть меня, просто съесть. Я такой, не подходите, гадкие создания. Начал, короче, везде колотить их, просто колотить. Короче, у меня осталось 10 хп. Ой, да, то есть меня очень жестоко ранили очень. У меня оставался только один фонарик, который спасал мне жизнь. Я с испуга взял аптечку, сходил, короче, куда-то сходил,
купил еще аптечку и выжил. Это было очень серьезное дело, потому что для такого человечка, как я, серьезное дело каждое. Это для меня серьезное дело. Блин, что я вообще прогоняю вам, а? Я ж карту обозреваю. Ёлы-палы. Ладно, на самом деле, хорошо, что мы отвлеклись, потому что я реально уставший. С пятого этажа-то бегаешь до первого, знаете, не очень-то классно. Тем более, я по 20 раз каждый день бегу. Там вообще качком можешь стать. Прямо как вот этот вот качок, смотрите. Да. Смотришь на это лицо и понимаешь, что ты не хочешь стать качком больше никогда в жизни. Фух, ребята, короче, карта будет в описании. Да, в описании карта. Да, наконец-то он закончил. А, папа-па. Наконец-то закончил, ура. Я школьника пошел радоваться жизни. А я-то не школьник, ребята. Ребята, я вам не школьник, я признаю это честно. Знаете почему? Потому что в каждом есть школьники, частичка шмеля. Так что если вы хотите распространить эту частичку, подпишись на канал. И тогда куча шмелей со всех планет. Они придут сюда за тобой и заберут тебя в хороший мир, где есть куча мороженого, бесплатный Wi-Fi, куча ноутбуков и все то, что ты хочешь. Всем удачи, ребята. С вами был Шмелек, поскольку вы поняли. Всем удачи, всем пока-пока. И подпишись, и тогда вступи в наш орден, ребята. И если ты видишь крест сверху где-нибудь над Москвой, значит, мы реально уже близко, и мы находимся за твоей спиной. Всем удачи, всем пока-пока. Ссылка в описании. Пока. Empty nights, call me and stop the shakes. You clear my mind, you're my escape from this messed up place. 'Cause you let me forget, you know my pain. How can I tell you just all that you are? What you do to me? You're bad. Better than drugs. Your love is like wine. Feel
strength of my life. You're better than drugs.